На заседании общественного совета при заместителе главы Дмитрии Новикове в рамках работы общественного совета по благоустройству и ЖКХ обсудили организацию наблюдения за проведением выборов советов многоквартирных домов. Поводом к собранию стало принятие летом 2014 года федерального закона об основах общественного контроля. Он регулирует ЖКХ, образование, здравоохранение, культуру и другие области. Также могут создаваться общественные наблюдательные комиссии и советы. Закон устанавливает контроль за деятельностью органов власти всех уровней. Повышается роль общества в регулировании вопросов, именно связанных с нашим жизнеобеспечением. То есть мы сами, как сами общество, сами пытаемся урегулировать вопросы, которые связаны, какие конфликтные вопросы возникают, чтобы у нас саморегулирующий процесс был. То есть, понимаете, вопрос, то, что важно одному гражданину, должно быть важно обществу. Состав совета был избран в 2013 году. На каждом заседании обсуждаются наиболее острые вопросы, касающиеся ЖКХ. Сейчас это благоустройство города и подготовка служб к зиме.